стадионы с шарфиками и флажками. А чем вы занимаетесь? Надо разделять фанатов и футбольных хулиганов. Их меньше, но они очень организованы. За 2 недели до всероссийской премьеры в кинотеатре «Чарли» закрытый превью-показ ленты. И специально для этого в Ростов прибыл исполнитель главной роли Григорий Иванец. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, впервые ли вы в Ростове и удалось ли погулять? Сегодня замечательная погода. Ну, я впервые в Ростове, нечего скрывать. Погода хорошая, и погулять не удалось, потому что у нас как бы так довольно жесткий график, у нас пробки такие, хуже, чем в Москве. Нет выделенных полос, по которым можно нарушать и ехать, но вот так вот. В пробках постояли, здорово, супер. Сегодня вы привезли к нам весьма необычную картину «Около футбола». Расскажите, чем этот проект привлек вас? Это полный метр, это художественное кино, это интересный сценарий, это мужественная роль, это работа, ну, с лучшими профессионалами из мира кино, ну, киноиндустрии, если это можно так сказать. Ну, вы знаете, конечно же, материал. Прежде всего, интересный материал, с которым интересно работать, в который интересно погружаться. Там действительно есть экстремальные моменты, связанные, конечно, не с риском для жизни, но с боевыми искусствами, да, например, вот тренировки у нас были. Там за 3 месяца до начала съемок и во время съемок, там где-то полгода тренировался. Я, там ребята тайским боксом, например, да. Ну и все это достаточно так по-мужски. Это такой мир, в который тебя впустили, проверили тебя и сказали, ты подходишь, мы тебя берем. Это очень приятно, это такая братская вещь, какая-то она объединяет, она... Ну, наполняет эмоциями. И несмотря на то, что вам кажется, что это фильм жестокий там, или еще какой-то провоцирующий, это все неправда, потому что фильм рассказывает о людях. Они прежде всего люди, очень интересные люди, причем очень даже образованные, воспитанные и культурные. Судя по тем кадрам, которые уже доступны всем, картина получилась действительно весьма динамичной и захватывающей. И расскажите, что же для вас было самым сложным и, возможно, даже самым опасным? Самым сложным, наверное, было... в первые съемочные дни почувствовать то, что все эти футбольные хулиганы, которые за твоей спиной, а так как мы играем лидеров фирмы, лидеров группировки нашей, было сложно и как бы немного страшно вначале, поверить ли они нам, то есть актерам, людям, которые далеки от этой среды, за это волновались. Но им большое спасибо вообще за понимание, за терпение и за то, что поверили в нас, доверили нам свое детище, так сказать, свою культуру, свою субкультуру, свои вот нервы, свою историю. Ну, для меня это вот прям, это как будто вот ребенка кто-то вырастил и передал, на, говорит, подержи. И ты такой, не знаешь, что с ним делать вначале, а потом говорит, ну, надо держать вот так, там, вот это. Что же такое около футбола? Я думаю, что многие слышат этот термин вообще впервые. Для меня около футбола это... люди высокой организации, мужественности, силы и чести. Люди без страха. Люди, которые превозносят справедливость и братство между друг другом на первый план. Знаете, я восхищаюсь этими людьми. Я автослесарь, модный диджей. А вы? Кандидат наук по истории. Им футбол по барабану. Им главное подраться себе подобным. Звери натуральные. Я в одних подачи держал. Почему люди из самых разных профессий в итоге становятся футбольными хулиганами? Немножко неправильно вы поняли. Потому что они не в начале каких-то профессий люди. Они становятся кем-то во время своего взросления. Фильм затрагивает ту часть, этап жизни персонажей, когда они добились... топовой популярности среди фирм около футбола. То есть, как говорит один из героев фильма, мажор Паша Ярлыков, которого сыграл, наша фирма в топе, к нам прислушивается. Каким же должен быть фанат, по вашему мнению? Не могу сказать, как бы, что фанат, там, или вот хулиган должен быть таким-то и таким-то. Они уже изначально те, кто они есть. И они предоставляют нам через этот фильм увидеть, кто они на самом деле. И, наконец, пригласите ростовчан в кино для того, чтобы они все захотели пойти и посмотреть этот фильм «Около футбола». Я считаю, что фильм «Около футбола» надо обязательно посмотреть только лишь потому что это, на мой взгляд, патриотичное кино получилось. Оно снято очень качественно, высокохудожественно. И я думаю, вы не пожалеете потраченного времени, потому что это действительно, на мой взгляд, одна из сильнейших последних работ в российском кинематографе.
Значит, есть вероятность массовых беспорядков? Конечно, есть. Мы сколько готовили? Эта тема в историю войны.